Сотрудники Римстроя работают на месте с середины мая. Раньше здесь устраивали стихийную стоянку для автомобилей. Машины заезжали прямо на газон. На земельный участок имели виды и предприниматели. Но глава курорта Сергей Сергеев в ответ на многочисленные просьбы анапчан не позволил появиться здесь очередному магазину или аптеке. К началу сезона территория приобретет ухоженный вид. Работы будут разбиты на три этапа. Первоначальная установка бордюров, организация стоянки и асфальтирование подхода к автостоянке, самой автостоянке, проезжей части. Вторым этапом будет разрабатываться грунт, завезен новый грунт и будет посажен материал. Новая стоянка для автомобилей будет на 18 парковочных мест. На территории проведут благоустройство и озеленение. Посадят деревья, тротуарная плитка, выложат две пешеходные дорожки и установят лавочки. Работы планируют завершить к 1 июня.